В Каспийске увеличилось количество электросамокатов. Теперь на них можно прокатиться не только в парке, но и на улицах города. Для одних новый вид транспорта, внезапно получивший широкое распространение, это отличная новость. Теперь передвижение по излюбленным улицам города будет упрощено. Для других же это зло, сносящее все на своем пути. Наша съемочная группа вышла на улицы Каспийска, чтобы узнать, что думают горожане о новых электросамокатах. Я думаю, вот насчет самокатов, они на самом-то деле очень опасны, потому что многие случаи были, что люди падают на них и разбивают себя, калечат. Алло. И также я вот тоже катался на них. Ну, можно сказать, интересно, можно передвигаться очень быстро. И можно, ну, знаешь как, с адреналином, но можно сказать, не опасно для общества, для людей. Я думаю, для них надо обычная дорога, чтобы отдельная была, чтобы люди, чтобы не сбили людей, потому что многие, я видел, как сбивают людей на самокатах. Я очень даже люблю, я каждый день катаюсь на них. Удобно для передвижения? Очень даже, да. Я против. Почему? Потому что они очень опасны. Вот на третьем скорости, когда едешь, я, ну, если не все опытные, если не успеешь тормознуться, можно попасть под машину или пешеходы сбить. Мнение жителей разделилось на две части. Кто-то и вправду считает, что самокаты вредят городу. Но большая часть горожан склонна к тому, что данное средство передвижения само по себе не несет никакого вреда, если люди будут соблюдать все пункты техники безопасности. Самокаты удобно, хорошо передвигаться, но для них опять-таки надо, как и для велосипедистов, какая-то специальная дорожка и соблюдение скоростного режима. Потому что когда катаются по двое, это вообще еще и селфи умеют снимать там. Это небезопасно и это очень плохо. Ну, мы тоже, конечно, их предостерегаем, чтобы были осторожны. Дети могут выбежать на дорогу. Это, конечно, опасно. Ну, в общем, не знаю, много, да, много сейчас этих самокатов. Это, конечно, бизнес, вроде того, что это бизнес. Но и в то же время техникой безопасности как-то надо детей тоже к этому. В результате социального опроса мы выяснили, что сами самокаты не несут для жителей опасности, но вот неумение ими пользоваться может привести к необратимым последствиям.